Я добирался до вас не просто, я добирался до вас с приключениями, потому что, как вы знаете, из России сегодня нет никаких прямых и даже нормальных кривых путей. И одно из этих приключений может быть для вас, скажем так, любопытно. Я добирался через Финляндию, причем это был какой-то совсем маленький, провинциальный окраинный городок, где меня встречали друзья, которые позже должны были меня пересадить на самолет, который направился бы там, в один из европейских городов, затем сюда. У меня, как вы знаете, проблемы всегда примерно одни и те же. Это проблемы с благоразумием. Ну, этим не надо было бы хвастаться. Но это простая прямая констатация факта. И вот, зная мои проблемы с благоразумием и оценив мое желание зайти в местный супермаркет за колой, мои друзья мне сказали: «Глебыч, вот мы тебя умоляем, ни слова по-русски, ни слова. Вот просто мычи как-нибудь, я скажу, что...» Это мой друг говорит. Я скажу, что ты глухонемой и мой племянник, и говорить не умеешь. Ни слова по-русски. Хорошо, хорошо. Я встаю в очередь, там обычные финские работяги, преимущественно дорожные, преимущественно в комбезах со светоотражающими лямками, широкие, широколицые, и дедок во главе этой очереди, который первым стоит на покупку каких-то товарцев. И, как мне тихо на ухо переводит мой друг, говорит: «Все, никогда никаких больше кол, фант, других напитков никогда ни в какой пластмассе. Ни больше, вот ни разу не куплю пластмассовую бутылку, банку, картонные коробки, никогда, все только в стекле. Только в стекле, и вам советую». Очередь кивает. Все не понимают, в чем дело. Он говорит: «Я же старый, я умудренный. Коктейль Молотова сделать в пластмассовой бутылке невозможно». А мы должны ждать их здесь. К сожалению, Россия превратилась в то, и это вызывает абсолютное понимание у всех, и вся очередь берет колу и фанту только в стекле. Для того, чтобы можно было делать бьющиеся бутылки. Вот это цена нынешней репутации и нынешнего звучания слова «Россия». Увы, это так. Ведь, понимаете, наверное, сейчас повторились те удивительные времена, когда вот здесь, в Израиле, я вчера вечером... Меня нашел Белковский, небезызвестный вам. И все это как-то напоминало и русскую эмиграцию 18-го, и сбежавших от нацизма немцев, которые собирались в еще не оккупированных городах, там оторванные палеты, рассеченная бровь. Где-то бродят сбежавшие певицы, российские,
Кто-то думает, что это все ненадолго и совсем не так страшно. Нет, это надолго и это страшно. И важно понимать, что, вероятно, никогда еще за последние, по крайней мере, 80 лет мир не ждал с таким нетерпением, с такой болью и с такой надеждой смерти одного единственного человека. Миллионы людей просыпаются и тычут пальцами в свои айфоны, айпэды, звонят в надежде, что они увидят заголовки газет «Путин мертв». Они не видят этого. При том, что вот это вот желание увидеть эти два слова, всего-навсего два слова «Путин мертв», сейчас настолько велико и настолько непобедимо у всего цивилизованного человечества, что мы можем только констатировать, что, увы, мысли и эмоции, они не материализуются. Это существо чувствует себя великолепно. Более того, у него идеальное, как выразился пресс-секретарь его Песков, эмоциональное состояние, стабильное, такое, как и должно быть у человека, по приказу которого убили тысячи человек и погибли уже десятки тысяч, снесены города, снесены дети, разорваны пополам старики, старушки, все пылает, а у него идеально стабильное состояние. Понимаете, вот когда тут меня представляя, сказали, что я последний, кто говорю правду, ну, во-первых, я очень не люблю правду, я очень зол на то, что мне определена эта роль, я совершенно не собирался этим заниматься. Я уже очень старый и уже все видавший, и уже все испытавший человек, и я, конечно, проклинаю себя за то, что меня втянула судьба еще и в это. Возможно, последнее приключение. Но есть помимо меня в России еще несколько человек, которые не боятся. Это Юля Латынина, это Ройзман, прекрасный, наивный, восторженный Женя Ройзман, это аккуратный Иноземцев. Это Белковский, которого вы, вероятно, скоро увидите в этом зале. То есть назвать меня совсем единственным нельзя. Другое дело, что я, увы, будучи, наверное, из всей этой компании профессиональным журналистом, вынужден идти дальше и резче, чем все остальные, потому что, к сожалению, такова роль моей профессии. И особенности этой профессии. Я ее не люблю, я не люблю говорить правду, мне не нравится, я понимаю всю опасность и некомфортность этого дела. Я с большим удовольствием бы сейчас сидел и занимался своими книжками, нежели даже видел перед собой вот все эти замечательные лица, которые я вижу сейчас. Но вот так вышло, и меня это, конечно, не радует. Тем не менее, я к тому, что вот чудесная организаторша этого концерта, там вот где-то в подвалах, где я отсиживался, пока вы рассиживались, она меня спросила, вот а как можно не бояться, вот как можно говорить то, что я осмеливаюсь говорить, и при этом не бояться. Слушайте, ну, если вы видите каскадера, который падает с 8-го этажа, это не значит, что перед вами какой-то особенно храбрый человек. Просто его профессия обязывает его это делать. И если он боится, то он выбирает другую профессию. Соединить два провода под напряжением вам покажется какой-то
невероятной, безумной, самоубийственной затеи, а обычный электрик обязан уметь это сделать, и в этом тоже нет никакого подвига и никакой особенной доблести. Тем не менее, давайте вернемся к нашей теме, к нашему разговору, что, вероятно, вот эти вот миллионы и сотни миллионов людей просыпаются в надежде услышать, что эти слова уже стали реальностью. Путин мертв. И в этих словах закодировано мгновенное изменение мира, прекращение кошмара. Потому что эта война действительно одного человека. Это война, которая не нужна никому, которая не вызвана никакими абсолютно территориальными спорами, никакой межнациональной или межрелигиозной ненавистью или враждой. Ничего этого нет. Есть только маниакальщина, есть только конспирология, есть только, вероятно, безумие. Мы не знаем, как он закончит свои дни. То ли как Бен Ладен, к которому прилетят морские котики, то ли от рук своего окружения, то ли как-то еще, но мы понимаем, что этот момент будет, конечно же, для миллионов людей моментом целебным, важным и предельно желанным. Это его выбор. Я в данном случае абсолютно никак не говорю ни о своих эмоциях, ни о своих личных пожеланиях. Я только констатирую тот факт, что вот в ту секунду, когда эти слова перестают быть словами, все заканчивается. Возвращаются на базы истребители, глохнут двигатели танков, открываются люки, оттуда вылезают изумленные морды рязанских мальчишек с поднятыми руками. Перестают стрелять украинцы. Мы понимаем, что в эту секунду заканчивается тот озноб, тот колотун, в котором мы вынуждены жить, и вы здесь, в Израиле, тоже, потому что вы точно так же досягаемы до тех ядерных ракет, которыми, к сожалению, может, а по логике и должен кончиться этот кошмар, который только-только начинается. Что касается безумия, понимаете, это было бы предельно легкомысленно сейчас выставлять какие бы то ни было диагнозы. Не сомневаюсь, что в просвещенном и утонченном Израиле тут много психиатров, и я думаю, довольно много психиатров сидит в этом зале. И думаю, что они со мной согласятся, что, увы, любые диагнозы все равно надо выставлять, только имея и физиологическую картину поведения и состояние пациента, наблюдая за ним вот так вот по, скажем так, формальным проявлением безумия, это делать нельзя. Мы не понимаем, с чем мы имеем дело. Мы не можем сейчас однозначно выставлять какого-то диагноза без полноценного клинического обследования. Это можно было бы делать только в порядке билетристики, только в порядке, ну, скажем так, кухонного разговора. Но мы, тем не менее, понимаем, что когда слова «Путин мертв» станут реальностью, у его наследников, у тех, кто подхватит рухнувшую российскую власть, у тех, кто придет на его место, у тех, кто будет пожинать плоды всего происходящего, у них не останется никакого другого выхода, кроме как признать все действия Владимира Владимировича действиями сумасшедшего. Это будет не объяснить никакими рациональными соображениями. Это будет невозможно оправдать никакими разумными доводами. Но, знаете, да, вот если здесь есть психиатры, они знают, что
может получиться очень смешная история, потому что есть такое понятие, как клиническая общность диагнозов больных. Вот когда больной прибывает в больницу, впервые оказывается в палате, то больные интересным образом начинают как бы группироваться по общности диагнозов. И тогда вот все эти сотни, тысячи людей, все, кто собрались сегодня в Лужниках, все эти мэры, все эти народные артисты, все эти профессора и ректоры вузов, вся эта партийная интеллигенция окажется, в общем, с тем же самым диагнозом, потому что это значит, что они обслуживали указания сумасшедшего. Это значит, что они делали все, чтобы бредовые приказы стали бы реальностью. И вот тут мы получим, что у нас в России вся вертикаль власти состоит из психически больных людей. И вы знаете, это будет, наверное, недалеко от истины, потому что никак по-другому объяснить это невозможно. Смотрите, если у вас возникают какие-то вопросы, вы не стесняйтесь их задавать. Кому неловко или некомфортно делать это вот лично, инкарно, да, самому, это можно делать тогда путем передачи записочек, и я постараюсь на наиболее интересные ответить. Давайте посмотрим вообще, откуда это все пошло, откуда это все взялось, и давайте действительно протестируем на абсолютную шизофреничность происходящего. Итак, я считаю, что там, например, Маше Захаровой, Лаврову, всем, кто сейчас произносит пылкие речи в эфирах пропагандистских каналов, пылкие речи о нацизме, о нацистах на Украине, в Украине, прошу прощения, я считаю, что им крупно повезло. Я считаю, что им могло бы быть еще и хуже, и что они могли бы быть обречены на произнесение еще больше более отвратительной и более смешной чуши. Дело в том, что когда еще молодому Вове Путину попалась в руки случайно, вероятно, конфискованная у каких-то интеллигентов, осужденных по антисоветским статьям, попалась книжка Ильина или Бердяева, он случайно ее раскрыл. Там, кстати говоря, и Ильин и Бердяев, которого он считает великими русскими философами, которых он обычно упоминает как основателей, фундаменталистов своего собственного миросозерцания. Там, кстати говоря, везде и нацизм, и фашизм, и Ильиным, и Бердяевым приветствуется. Как помните, Бердяев вообще считал, что фашизм – это наиболее творческая форма правления. Ильин говорил о фашизме как о новом белом движении, лишенном иллюзий белого движения, как о более религиозном движении. То есть вполне понятно, что очень слабый и очень неподготовленный мозг этим мог быть поражен очень сильно. Вот этими словами про нацистов, фашистов, о том, как это и одновременно ужасно, и одновременно привлекательно. Потом не забывайте советский кинематограф, потому что теперь у нас у всех есть возможность понять, до какой степени это была фальшивая штука. До какой степени это было раскрашивание мира только в черно-белые цвета, лишенные какой бы то ни было нюансировки. Мы теперь понимаем, что вот это вот слово «нацисты», засевшее когда-то в голове у Владимира Владимировича, причем непонятно в каком контексте, сам он употребляет тут же выражение, осуждая нацизм, да, он употребляет выражение «национал-предатели».
То есть понятно, что в голове еще та каша, и что никакого связанного, четкого мировоззрения, никакой разумной картины мира там нет. Но когда мы говорим о том, что российские войска освобождают Украину от нацистов, и пропагандоны имеют возможность об этом заявлять гордо и красиво, мы освобождаем Украину от нацистов. Я говорю, им жутко повезло, что та книжка, которую вытянула молодая рука Владимира Владимировича из стопки, была либо Ильиным, либо Бердяевым. А это ведь мог быть и Герберт Уэллс. «Война миров», «Марсиане». И тогда российские войска освобождали бы Киев и Харьков от марсиан, которые захватили власть, которые свои зеленые рожи с рожками и чешуей, хвостами и телескопирующимися глазами маскируют под человеческие лица. Но мы-то знаем, что это марсиане. Это было бы, кстати говоря, не так смешно, как разговор о нацистах в Украине. Но бедная Маша Захарова, выходя на трибуны международных организаций, вынуждена была бы стучать ладошкой и говорить про освобождение Киева от марсиан. Мэры городов, народные артисты рассказывали бы нам о инопланетной сволочи с зеленой кровью, которая захватила командные посты в Киеве. Вполне возможно, что если бы тогда в руки попала книжка, например, «Война миров», сегодня в Киеве были бы главными врагами не нацисты, а марсиане. И всем ответственным работникам, которые как по команде обязаны повторять эту билиберду про нацистов, им было бы, наверное, еще тяжелее, но российский зритель верил бы и в это. Российский зритель телевизора. Прошло бы 1,5 недели, 2-3 недели хорошей пропаганды, до этого пара лет подготавливалось бы общественное мнение, и ни у кого бы не было сомнений, что да, Зеленский — это, скорее всего, переодетый жуткий марсианин. Давайте я посмотрю, что вы мне тут понаписали, и если что-то есть... А? Давайте. Может быть, кто-нибудь хочет спросить? Я вообще... Вот, давайте, потому что я больше за живой и человеческий диалог, но, тем не менее, я понимаю, что кому-то это делать неловко. Да, пожалуйста, уважаемый. У меня такой вопрос. Что конкретно в русском характере национальном делает невозможным запрос на правду, на информацию? Почему каждое медиа, когда закрывается, происходит в абсолютной тишине, и нет вопросов на аудитории, и нет никакого протеста со стороны сотрудников, кроме как начали уехать? Спасибо. Вы знаете, вы задаете такой вопрос, который мне болезненен, потому что я в известной степени, прошу прощения, будучи как бы патриархом этой профессии в России, отметившись в этой профессии как, вероятно, уже старейший и прошедший все, я, конечно, понимаю, что то, что называется, надо было воспитывать смену. И что если мы сейчас видим десятки тысяч, а их примерно 40 тысяч штук журналистов в России, которые безмолвно воспринимают плевки чиновников в лицо, которые ради своего грошевого уюта готовы кланяться, унижаться, писать билиберду про нацистов. Да, кстати, поскольку я отдаю себе отчет, что я в Израиле,
и что здесь слово «нацисты» звучит совершенно по-особому, я вам должен сказать, что я совершенно точно вам могу голову дать на отсечение, нет в Украине нацистов. Есть несколько националистических организаций, как везде, как они есть во Франции, как они есть в Германии, как они есть в России, с русским маршем, русским национальным единством, всякими русскими народными линиями. Они не играют никакой серьезной роли в общественной жизни, они получают там свои 1.5% на выборах, хотя там тоже есть очень яркие люди, там тоже есть очень боевые, сильные и обаятельные персонажи, такие как, например, Ярош в Украине. Но, тем не менее, говорить о каком бы то ни было участии нацистов, националистов в украинской политике, это, конечно, просто абсолютный смешной и нелепый бред. Слушайте, это вы давайте решите с организаторами этого мероприятия. Тут просто пришла записочка, которая говорит, у вас тут, лист бумаги с вашими пометками, не могли бы вы мне на память об этом мероприятии его продать? Или в крайнем случае, если не хотите продавать мне, давайте устроим аукцион. Вот евреи, а? Вы евреи-то, черт возьми! Вот совершенно внезапная для меня записка. Я думал, что все, в общем, пришли немножко с другими целями. Очень длинные есть. Слушайте, давайте писать короче, потому что не забывайте, что тут время, оно не безгранично, не мое, а время аренды зала. И у нас ответственные нас могут в положенное время. А что вы не хотите-то спрашивать? Хотим. Давайте. Добрый вечер. Когда мы знали, что будет встреча с вами, тогда не было войны. И мы думали о другом. И сегодня, когда получилось так, что есть война, и я хочу вас спросить, поскольку вы знаете, что такое война, и были на Чеченской войне, как быть людям, которые не хотят выполнять преступный приказ? Что сделать с этим? Я был не только на Чеченской. Я участвовал как и репортер, и как наемник. Чего греха таить, да? В 7 войнах. У меня есть определенный опыт. И те войны, в которых участвовал я, они не были, конечно, такими глобальными, такими разрушительными и такими приговорными для человечества. Я думаю, что каждому, кто не хочет принимать в этом участие, надо принимать самостоятельное решение сейчас, рискнуть и сделать так, как ему подсказывает элементарное чувство самосохранения. Когда я сказал в недавних маленьких средах, потому что, как вы знаете, «Эхо Москвы» стерто с лица земли, закрыто, уничтожено, и я делаю там какие-то свои маленькие среды на Ютубе, я довольно весело прокомментировал приговор Навальному, которому сейчас хотят дать 13 лет, сказал, что это уже не играет абсолютно никакой роли, потому что события будут развиваться стремительно, и скорое, несомненно скорое падение режима, которое последует за поражением в этой войне, а поражение неизбежно, поражение России. Это падение режима откроет двери очень многих камер. Очень многие великолепные люди,
которые оказались за решеткой, которые сейчас находятся в пыточных условиях и русских политических тюрем, и тех жутких уголовных условий, в которых их засовывают, они выйдут на свободу, и это будет не через 13 лет. Это будет гораздо быстрее, потому что все движение этой войны, вся безнадежность так называемой военной победы уже сегодня очевидна. И никаких сомнений в этом нет. Понятно, что те, кто сейчас уезжают из России, кто покидает эту страну, кто разрывает с ней, кто выдирает ее из своего сердца и забывает это слово, не желая больше терпеть в душе этот шип, эту жуткую занозу, эту боль, эту смерть. Это, наверное, самое правильное, потому что логика развития событий, увы, такова, что на месте России после того, как уже начнут свое действие все те невероятные наказания, которыми подверг мир Россию, которые называются санкциями, когда они начнут работать, да, мы там получим пустыню, мы там получим почти первобытную, абсолютно деградировавшую и деградирующую ситуацию и экономическую, и политическую, и остальную такую, что 90-е годы будут казаться просто верхом цивилизации. Поэтому для тех, кто любит, ловить вот этих форелей в грязной мутной воде, для тех, кто умеет получать деньги из перетертого уже в кровавую грязную кашу народа, выдавливать эти деньги, наверное, эти годы в России будут доходными и будут то, что называется, интересными. Но это надо иметь особую совершенно квалификацию. Вот тут пришел тоже один, сейчас, подождите, у меня где-то была бумажечка, но смысл я помню, пришел один вопрос. Понимаю ли я, что большинство людей, 99% поддержанцев войны, благодарю вас, поддержанцев войны руководствуются только страхом, только трепетом перед Путиным, только боязнью лишиться своих постов, лишиться своих возможностей, лишиться вот того самого грошевого или не очень грошевого уюта. Вы знаете, я не занимаюсь микрохирургией. Даже те мои занятия, которые не связаны с журналистикой, никак не связаны с микрохирургией. И вот заниматься вот этими вот препарациями, отделениями, где тут вот чистый страх, где нечистый страх, где страх с примесью личной шизофрении, я не буду. Я просто людей, которые сегодня высказываются за войну, неважно, как они это мотивируют, я просто вычеркиваю сразу и никогда. И никогда не вспомнил. Ну, здесь у меня такой, надо понимать, специфический характер. Я ведь никогда ни с кем не спорю. Я действительно ни с кем не спорю. Я могу кивнуть, я могу при этом даже мило улыбнуться. И в эту минуту происходит забывание человека, выключение его навсегда и полностью из моей жизни. И действительно, если единожды человек казался способным на такое, то говорить с ним мне будет не о чем навсегда. Вопрос был еще разумный вопрос про фейки, как разделять сейчас то, что появляется в телеграм-каналах,
как определять фейки на глаз. Для того, чтобы это делать, необходимо обладать определенной квалификацией. У вас, скорее всего, ее нет. У меня она есть. У меня она есть по двум причинам. Во-первых, я действительно очень хорошо знаю, что такое войны, и видел своими глазами, как в реальности выглядят боевые действия, как в реальности выглядят трупы, развороченные беттеры, взорванные дома. У меня просто большой опыт. Я знаю, как должен быть разбросан мусор. Я знаю, в каком должны быть состояния деревья вокруг, ветки, трава, как должны быть опылены кусты, какого рода мусор, как этот мусор должен быть уже подразграблен, втоптан. Более того, я, как вы знаете, в свое время снял нашумевший фильм «Чистилище», и будучи перфекционистом, и будучи очень внимательным к деталям человеком, я постарался воссоздать все то, что видел на войне, и знаю, каких адских трудов огромной команды профессионалов стоит вот эта вот реконструкция подлинной боевой или послебоевой картинки. Это дьявольский труд, как минимум, там, 5 художников, бутафоров, оружейников, пиротехников. Поэтому я, в общем, действительно с легкостью отличаю фейки от нефейков и могу сказать, что примерно 90% того, что нам предлагают украинские каналы, либо одиночные записи, которые проникают на общемировые каналы, это не фейки, это действительно подлинно.